было? Я видел в окно. Я видел, там что-то было. Забудь, Барри. Просто я схожу с ума. О, боже. Ты не сходишь с ума. Хотелось бы, но ты не сходишь. Кал, береги себя. Будь в доме. Никому не открывай. Серьезно. Перед тем, как сознание покинуло Расти, он подумал о Роуз. Он был старше девушки, то едва исполнилось 20. Но рядом с ней он чувствовал себя молодым и забывал, чем обернулся его давно разрушенный брак. Расти до сих пор носил обручальное кольцо. Он ждал, когда девушка попросит снять его. Этого никогда уже не случится. Клаверс Пик вела туристическая тропа.
Кажется, никто не знал, куда подевался Ал. Его видела только Роуз, официантка из закусочной. По словам Барри, Ал провалился сквозь землю после того, как вышел из закусочной. Роуз была фанаткой писателя из того разряда, который Ал просто ненавидел. Но она очень старалась помочь. Кроме того, она была умна, хорошо знала, что происходит в городке, знала многое об Але и даже поняла, кто такой Барри. Роуз ему понравилась. Не мудрено, когда речь шла о женщинах, Барри и Ал редко были солидарны.
Дерьмо. Нужно шевелиться. Другие на подходе. Фонарики для детей. Сигнальные ракеты удержат твари. Ты тоже их видишь? Конечно, вижу. Пошли, нечего стоять. Зачем? Потому что так надо по сюжету. Да, но... Пошли! Прости, но пушку я потерял. У меня есть пушка. Ты, главное, свети на них. Не сразу, но я узнал его. Он ехал на пароме вместе со мной и Элис. Он знал мое имя. Мы шли к Лаверс Пик. Это не совпадение. Он похититель. Давай, Уэйк, не отставай! Зацените, что у меня есть! Лаверс Пик. Сюда, вверх, Уэйк. Бери из ящика сигнальные ракеты и отгоняй их, пока я не оторву доски. Дай пистолет. Не пойдет, Уэйк. Ты шутишь? Дай пушку! Некогда языком молоть. Сдерживай их! Еще немного, отгоняй их! Свети на этих мразей, тогда не сунутся. Еще чуть-чуть, почти готово. Отлично, открыто, Уэйк. Шевелись. Ну как, тебе лучше, Уэйк? Тепло и светло? Готовься, они догоняют. Вот так, Уэйк. Последний бой. Еще сигнальные ракеты. Готовься. Будем бить их, пока не кончатся. Дай сюда чертову пушку! Они идут! Так не пойдет. Следуй сценарию, Уэйк.
оцените, что у меня есть! Последний бой. Еще сигнальные ракеты. Готовься. Будем бить их, пока не кончатся. Дай сюда чертову пушку! Они идут! Так не пойдет. Следуй сценарию, Уэйн. Спектакль окончен. Где моя жена? Я знал, что ты скажешь это. Уже читал. Поздравляю, ты невероятный писатель. Ты принесешь в наш мир нечто великолепное и ужасное, если мы обеспечим должный редакторский надзор. Что за чушь ты несешь? Где Элис? Мне нужна вся рукопись. Или ей не поздоровится. Не трожь ее! Нет! Вернись! Клянусь, хоть пальцем тронешь Элис, убью! Слышишь? Вернись! Он похитил Элис, и он думал, что рукопись какая-то волшебная. Отдать ему рукопись я не мог. У меня ее не было. Нужно было вернуться к Барри и решить, что делать дальше.